Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Очень часто многие мне в комментариях задавали один и тот же вопрос. На что влияет калильное число свечи зажигания автомобиля? Надеюсь, этот видеоролик вам даст ответы на все ваши вопросы. Итак, все производители автомобильных двигателей стремятся получить максимальную отдачу, крутящий момент, мощность двигателя при минимальном расходе топлива. И на это все влияют, конечно же, различные факторы, их множество различных факторов, в том числе и свечи зажигания. Оптимальное сгорание топливной смеси в цилиндрах двигателя происходит при определенных высоких температурах. И эта температура очень сильно зависит от конструктивной особенности каждого из двигателей, а также от применяемого топлива. Проектировщики двигателей просчитывают для каждого своего двигателя оптимальную температуру и, соответственно, подбирают под него свечи с необходимым калильным числом. Калильное число свечи – это максимальная температура, при которой будет сохраняться работоспособность свечи зажигания. Для свечей зажигания Denso и NGK существует такое правило. Чем выше калильное число этих свечей, тем выше температуру они могут выдержать и при этом остаться работоспособными. Правильность подбора свечи зажигания непосредственно под ваш двигатель можно проверить очень просто. Выкручиваете свечу и смотрите на состояние изолятора свечи. Изолятор должен быть светло-коричневатого оттенка. Конечно же, если автомобиль ваш ездит на бензине. Если он ездит на газу, то, соответственно, изолятор вашей свечи, скорее всего, будет просто белым. В сильном отличии калильного числа свечей зажигания от тех, которые необходимо устанавливать на двигатель вашего автомобиля, может произойти нестабильная работа вашего двигателя. Вы, скорее всего, услышите, как проявятся пропуски зажигания. Это, безусловно, приведет к повышенному расходу топлива. Но каких-то более серьезных последствий, которые могут влиять на ресурс двигателя или еще чего-то, свечи зажигания с неправильно подобранным калильным числом оказать не могут. Но вероятность нестабильной работы и повышенного расхода топлива очень велика. Вот такая вот интересная штука получается. Ставим свечи не те, получаем повышенный расход и нестабильность работы двигателя. Двигатель будет колотить, будут пропуски зажигания. Подбираем свечи правильно по калильному числу, устанавливаем, наш двигатель не колотится, расход топлива приходит в норму, и все довольны. И двигатель вашего автомобиля, и вы в том числе. Надеюсь, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал. И не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, обязательно задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!